Да, к сожалению, не влазит полное имя. Добро пожаловать, Трезвый взгляд на игру. Я вот не знаю, как ее прочитать-то правильно. Вообще-то называется на Soul Guardian, но почему-то Steam нам не отображается на японском. И вот я сейчас покажу, вот, говорится, прочитайте сами. Так называется Souls Guardian, если кому интересно. Ладно. Так. Давай магикана сделаем с красными волосами. Хрен ты с ним. Ну, поехали. Так, Space это скипнуть. Ну-ка, что за заставочки здесь будут? Это бесплатная игрушка, насколько я понял, она онлайн. Ну, такое себе. Ага. Кстати, надо посмотреть, может здесь русский появился. Итак, а вот настройки здесь как бы посмотреть. Ужас какой. А где тут настройки? Так, дай-ка я выйду. Это невозможно. Боже мой. А побольше интерфейс-то можно, блин? Тут надо как-то настройки найти, да ёлы-палы. Вот это что такое вообще? Это не то. Но это почта в любом случае. Блин, как тут интерфейс-то увеличить, ёлы-палы? Минимап. Да. А, о! Так, появилась система. Wall Bridges. Короче, да, спасибо, хоть английский добавили. Ладно, уж сойдемся на этом. Так, Community. Cancel Case Setting. Cancel. Выбор игрока. Не, ну слушай, шрифт ужасно мелкий. А, это тренировка типа игрока. Клик, скип. То есть она драться. Ой, господи, тут чисто на клавиатуре играть. Ужасно неудобное управление. Она может быть вот так. И все. Обычный удар. Что-то мне кажется, это какая-то... Не, ну управление здесь это пипец просто. Так, я с таким управлением то, что не смогу поиграть нормально. Кейс-сеттинг. Атак X. Йо. Атак E. Дефенс. Давай Shift. Руининг. Ладно, на Alt поставим. Move. Down. Move up. Теперь.
Скилла 3. Вообще-то 3. Ну вот А1, А2, А3, А4. 4, ладно, можно поставить, к примеру. На R. Скилл B. Я не знаю, мы можем двигаться. Так, и вот Mission Gold. Угу. Можем улучшать предметы. Очень рад. Дай мне квест. Хрен мне, а не квест. Ну, я, конечно, все понимаю, но кажется, мне сюда, мягко сказать, рано. Так, это у нас объявление пати. Это что за хренотень вообще? О, левел 1. Ну, я не знаю, если честно, как тут с такими ударами играть. Чего ты там прыгаешь? Ну, правильно. О, господи, как мне эта хренотень бесит. А, так мы можем несколько подряд комбо делать. Нет, вот смотри, нормально мы деремся. То есть здесь мы деремся нормально. А почему на тренировке я там ударял, блин? Господи, уйди, противное обучение. Господи, еще какой-то дурачок появился. Дайте мне монеток собрать-то, ёпта. Разболтались здесь. Правильно тебе. А это еще что за хренотень полетела? Так, силовая атака есть. Круто. Ага, цифра 2. Значит, у нас есть вот такая атака. Level up. Так, сколько ты, игрушечка, ты мне скажи, лучше жрешь? Ну да, жрет она относительно мало, конечно. Сейчас скажу, сколько у нее стабильно. Загрузка от 14 до 27. Ну, отсчет, короче, у нее вот, если так смотреть, до 20% максимум идет нагрузка, 14% у нее нагрузка. 6% у меня видео. В общем, игрушечка вот такая вот. Ага, вот так надо собирать, чтобы добавок на пробел. Любопытно. Ну, это типа другая локация.
Ага, ну тоже неплохо лупит. Ну ничего такого. Управление поменял. О, что за мной за гриз летает? Типа дракон. Угу, разные стадии еще. И тут везде разные боссы, я понял. Ну что могу сказать, такая, народ, нормальная более-менее игрушечка. Но вот... Хотелось бы вот игру эту не в 2D стиле, а ну, не в 2D стиле, вид сбоку, а 2 вид сверху. Ну, есть много игр онлайн тоже неплохих, но... В принципе, эта игра вот чисто на любителя, так претензий к ней нету. Довольно интересный задний пейзаж. Они, конечно, не шибко красивые, но приятные все равно. И оформление тоже неплохое. Ладно, на этом, в принципе, я закончу. Не смотреть-то больше не на что. Боевку проверили, уровней здесь много. Что еще могу сказать? Ну, я говорю, чистая игра на любителя. Я вот, честно, не так хорошо воспринимаю и люблю именно такого рода игры.